Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». По вашим заявкам продолжаем данный плейлист и далее разбираем список глаголов. Следующий глагол – «выбирать». Это глагол «choose». «Choose». Формы «choose», «chose», «chosen». «Choose», «chose», «chosen». Я еще не выбрал мою будущую профессию. Я еще не выбрал... То есть я не выбрал. I haven't chosen мою, my будущую профессию. Future profession, future profession еще yet. I haven't chosen my future profession yet. Понимать. Understand. Understand, understood, understood. Understand, understood, understood. Я только что понял, как это работает. Я только что. I've just понял, understood, как, how это работает. How it works. I've just understood how it works. Я только что понял это. Я только что. I've just понял это. Understood it. I've just understood it. Гулять. Walk. Walk. Я гулял в этом парке много раз. Я гулял. I've walked в этом парке in this park много раз. Many times. I've walked in this park many times. Тестировать, протестировать, тест. Да, тест – это тест, и тест также тестировать. Я уже протестировал свои знания. Я уже, I've already, протестировал, tested свои знания. My knowledge. I've already tested my knowledge. Она только что улыбнулась мне. Значит, улыбаться будет smile. Улыбаться кому-то smile at. И smile же, да, это переводится улыбка. Smile улыбка и smile это глагол улыбаться. Smile at. Она только что. She's just. Улыбнулась. Smiled. Мне. At me. She is just smiled at me. Choose, chose, chosen. I haven't chosen my future profession yet. Understand, understood, understood. I've just understood how it works. I've just understood it. Walk. I've walked in this park many times. Test. I've already tested my knowledge. Smile at. She's just smiled at me. Атаковать. Attack. Attack. Солдаты только что атаковали своего врага. Солдаты. Еще какие-то конкретные, поэтому the. Soldiers. Только что. Они поэтому have. Только что just. Атаковали. Attacked. Своего врага. Своего, то есть их. The. Врага. Enemy. The soldiers have just attacked their enemy. Повторять. Например, какое-то слово, фразу. Repeat. Repeat. Он только что повторил это во второй раз.
Он только что. He's just повторил это, повторил repeated это it во второй раз. Эта фраза, смотрите, второй раз будет for the second time, for the second time. Если в первый раз это будет for the first time, во второй раз будет for the second time. He's just repeated it for the second time. Записывать, делать какую-то аудио или видеозапись. Record. Record. Я только что записал его речь. Я только что. I've just записал, recorded его речь. His speech. I've just recorded his speech. Происходить, случаться. Happen. Happen. Это только что произошло со мной. Это только что. It's just произошло. Happened со мной. Помню happened to, but happened to me. It's just happened to me. Пить. Drink. Drink. Я только что выпил чашку чая. Я только что. I've just выпил, drunk, чашку, a cup чая of tea. I've just drunk a cup of tea. Да, и хочется добавить, что действительно, когда мы используем время present perfect, оно очень часто убирается с just и already. Just и already. Так, основные, я бы сказал, временные указатели данного времени. Итак, attack. The soldiers have just attacked their enemy. Repeat. He's just repeated it for the second time. Обратите внимание, фраза for the second time. Record. I've just recorded his speech. Happen. Не просто happen, может кому-то проще звучит так. Happen to. Happen to. It's just happened to me. Drink. I've just drunk a cup of tea. Исчезнуть. Появляться это appear. Appear, появляться. А исчезать будет disappear. Disappear. Преступники только что исчезли. Преступники. The. Criminals только что означает they, поэтому have just исчезли, disappeared. The criminals have just disappeared. Далее возвращаться, еще в одно слово, это return. Return. Вопрос, используем return. Ты уже вернулся домой? Ты уже? Have you already вернулся, returned домой, home. Return home. Это устойчивое выражение. Здесь мы говорили, никакой предлог не ставится. Have you already returned home? Считать – это count, а рассчитывать на – это count on. Например, я всегда рассчитывал на своих друзей. Я всегда… I've always рассчитывал, counted на, on своих друзей. Своих, то есть моих, on my, друзей, friends. I've always counted on my friends. Я всегда рассчитывал на тебя. Я всегда… I've always рассчитывал, counted на тебя, on you. I've always counted on you. Готовиться, подготавливаться, prepare, prepare. Я еще не подготовился к этому экзамену. То есть я не подготовился. I haven't prepared к
Видите, готовиться к – это prepare for. Подготовился к – prepared for этому экзамену. This – exam. Еще – yet. I haven't prepared for this exam yet. Я еще не подготовился к тому тесту. То есть я не подготовился. I haven't prepared к for тому for that тесту тест еще yet. I haven't prepared for that test yet. Следующий глагол видеть. See, saw, seen. See, saw, seen. Я видел эту вещь так много раз. Я видел. I've seen эту вещь. This thing. Так много раз. So many times. I've seen this thing so many times. Disappear. The criminals have just disappeared. Return. Have you already returned home? Count on. I have always counted on my friends. I have always counted on you. Prepare for. I haven't prepared for this exam yet. I haven't prepared for the test yet. See, saw, seen. I've seen this thing so many times. Забывать. Forget. Forget, forgot, forgotten. Forget, forgot, forgotten. Я никогда не забывал ее доброту. Я никогда не... I've never забывал, forgotten, и имеется в виду, что это верно по настоящее время, I've never forgotten ее доброту, ее her, добрая, добрая, это kind, а доброта kindness, kindness, I've never forgotten her kindness, kindness. Заканчивать, finish, finish. Я только что закончил писать это. И помним выражение «заканчивать что-то делать» – это «finish doing something», то есть глагол с инговой формой. Поэтому я только что закончил. I've just finished писать это, писать writing – это it. I've just finished writing it. Садиться, сидеть – это sit. А вообще, очень часто используется как раз фраза «присесть» – это sit down, sit down. Там «садись» – это sit down, тоже говорим sit down, садись. Итак, я только что присел. Форма – sit, sat, sat. Я только что… I've just присел, sat down. I've just sat down. То есть, sit – это просидеть, а sit down – присесть. I've just sat down. Водить. Drive. Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Вопрос. Ты когда-либо водил машину? Ты когда-либо… Have you ever водил, driven, машину, a car? Have you ever driven a car? Пытаться, стараться, try, try. Я никогда не пытался изменить это. Я никогда не... I've never tried изменить... To change
Это it. I've never tried to change it. Я пытался изменить эту ситуацию так много раз. Я пытался. I've tried изменить. To change эту ситуацию. This situation. Так много раз. So many times. I've tried to change the situation so many times. Forget, forgot, forgotten. I've never forgotten your kindness. Finish. Finish doing something. I've just finished writing it. Sit, sat, sat. Sit down. I've just sat down. Drive, drove, driven. Have you ever driven a car? Try. I've never tried to change it. I've tried to change the situation so many times. My friends, thank you very much. We continue this very important playlist.